Но сегодня, мне кажется, искушений их так много, как никогда. Просто вся наша жизнь, она наполнена искушениями. У нас даже священники в протестантских церквях, он говорит, многие из них не верят. Не верят в то, что они, ну как священники Бога Всевышнего. И он говорит, это проявляется постоянно в том, что они сомневаются, там, они не знают, как ответить. Ты говоришь, а кто я? Кто здесь? Посмотри на православного священника. Он говорит, неважно, в каком он состоянии, он говорит, он всегда тебе скажет, что он служитель Божий, что он священник, помазанник. Но, например, 7-10 дней организм понимает, что хозяин сошел с ума. Если в тебе мяса побольше, как бы, и всего побольше, то у тебя чуть больше резервных функций. Ты можешь продюжить подольше. Как. Все. Это все буквально. Это все ресурсы какие-то, все. Это господство, это власть какую-то, если тебе хотелось бы какой-то власти дома над женой, там, не знаю.